А третий звонок раздается все чаще. Уходят актеры. Играли блестяще, но судьбы актера в руках мельпомены. Вот этот на сцену, вот этот со сцены. Все так очевидно и невероятно. Из света во тьму и оттуда обратно. Актеры играют несчастье и счастье и рвут свое сердце и жилы на части, чтоб смех раздавался, чтоб слезы сверкали, чтоб лампы и нервы на полном накале не делятся взвесь вдохновения и пота. Актеры играют, такая работа, ну хоть бы они отдышались бы, что ли. Неведом момент окончание роли, тем более неведом назначенный срок, ведь может быть третьим и первый звонок. Фехтуют со временем, так эпатажно. И что, что рискуют, им это не важно, а важен им честный небесный манок. За ним и уходят под третий звонок. Thank you.